17 февраля впервые в Красноярске стартует российский патриотический фестиваль. В выставочном центре «Сибирь» активно готовится к грандиозному мероприятию. На протяжении 3 дней здесь развернутся 50 интерактивных площадок. Организаторы уверены, программа будет интересна посетителям всех возрастов, от дошколят до пенсионеров. Для молодежи организуют выставки униформы российской армии, показательные выступления, мастер-классы по сборке оружия, выживанию в экстремальных условиях. Изюминкой фестиваля станет кадетский бал. Поклонники спорта и здорового образа жизни смогут выполнить нормы ГТО, поиграть в хоккей в валенках и пообщаться с олимпийскими чемпионами. В павильоне, посвященном гражданскому патриотизму, пройдут различные выставки, в том числе национальных костюмов, а также финал конкурса короткометражек на патриотическую тему и конкурсы детского рисунка и авторской песни. Красноярцам и гостям города представят и парусное судно первых енисейских мореходов. Впервые за историю красноярских выставок главная сцена будет задействована во все дни фестиваля. На ней выступят военные, духовые оркестры, вокальные коллективы и лучшие хореографические ансамбли края. Патриотизм – это не только военно-спортивные клубы, но это и возможность помогать другим людям, поэтому здесь достаточно серьезная экспозиция благотворительных организаций, добровольческих агентств. Здесь у нас представлены и музеи, и библиотеки, то есть все, что связано с нашей культурой. Поэтому я уверена, что это действительно будет очень интересно абсолютно разным людям с самого маленького возраста.